Наталья Владимировна, мне всю субботу и воскресенье звонили какие-то идиоты через автодозвон. Каждый час включается автодозвон на домашний телефон. У и говорят, дом, что ли, нет, в вашем подъезде, в квартире 71, проживает подлец, мошенник и такой Андрей Владимирович такой-то. Проявите гражданскую сознательность, призовите его к ответу. Первый звонок раздался в 4 часа в субботу, каждый час. А кто это? Я так думаю, что Наталья Владимировна, я думаю, что жилищник, поскольку в пятницу было вывешено объявление о должниках. А в воскресенье начали звонить в 8:45 утра и закончили в 11 вечера. Сегодня на сайте управы появилось объявление автодозвон, что должникам будем дозваниваться. Ну, это я знаю. Но вы просто, пожалуйста, в своей управе найдите того идиота, который звонит соседям. Я написал обращение на портал правительства Москвы об этом. Позвонил в милицию, подал заявление. Ну просто поскольку мы с вами так удачно встретились сейчас, Наталья Владимировна, сейчас тоже на Ясенево-2 вот это вышло. На Ясенево-2.